60-й забег. Let's go. Чистота с красным свечением сразу же. Ну нифига себе. Ну нифига себе. Undefined. Почти бесполезная хрень. Бант Мэгги. Магнит, управляемая слеза, получится черная дыра. Ну, как бы да, но как бы и нет. Она будет втягивать, но при этом инерция мобов будет их отталкивать обратно, и они будут вместо втягивания просто болтаться туда-сюда вот так. Но магнит с Людовиком — это довольно-таки симпатичная комбо на самом деле. У меня фолловер был. Play Naked. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Спасибо, что сказали. Йеллоупорт. Ну, это не ошибка, однако здесь такое количество батареек, что я, наверное, в ошибку все-таки попаду. Так, а где эта секретка-то вообще? Бант холсап дает, и подобранные сердца умножаются на 2. То есть, если я беру половинку сердца, мне восстанавливает целое сердце. Если я беру одно сердце, мне восстанавливает 2. Что-то как-то Undefined не хочет меня портовать в ошибку. Ну, Undefined, ты, конечно, извини, но здесь предмет, который в разы лучше, чем ты. Жаль, у меня нету 15 монеток для вот этого. Ошибка. В смысле, ошибка говорю. Да, это была ошибка. Секретки там нету. Из-за того, что я подобрал тринкет, я не мог сообразить сразу же. А еще у меня теперь синее свечение вместо красного. Ну, синие тоже топовые. Синие и красные, они очень хорошие. А желтое и оранжевое, они говно. Синие дают скоростейность, как мы можем заметить. Давай-ка сначала в магазин, а потом уже в золотую. Йоло! Кстати, да, об этом. Я что-то не сообразил даже, что у меня это проклятие. Тогда я в золотую не пойду. Поливал я на нее. Я бы мог зайти в проклятую, но я потеряю свечение. Пошли.
Что терять? В смысле, терять-то есть что? Но здесь, возможно, что-нибудь хорошее. Маловероятно, но может быть. Лол. Мне трижды подряд выпало синее свечение, серьезно? Impossible. И пикак, проклятый. Наркоман. А, в золотой ты имеешь в виду? Нет. Это того не стоит. Никаких вдруг. У нас тут стрик на рекорд идет. Rotten Baby. Это очень хорошо. Wheel of Fortune. Bombs are key. Я бы сейчас предпочел на самом деле красное свечение. Но сбивать синее специально я не собираюсь. Это я возьму. У меня было проклятие неизвестных предметов. Поэтому золотая комната была не тем, что нужно. Опять в проклятую, да? Ну ладно, я уже сбил свечение. Тут уже не важно. Желтая дает скорость. Можно мне что-нибудь кроме желтого? Ну, в смысле, красный или синий? Фига, сколько батареек, это уже третий за этот этаж, да ведь? Капец. Фига они толстые, от них даже... Даже бомба их не берет. Ну ладно, зато у меня свечение сбросилось. Бесполезное. Сначала магазин. Вон, ну неужели красная? В самом деле. Это я, наверное, не буду брать. Да, не буду. Мухи. Мухи, это здорово. Давай, подключайся, чувак.
Ты издеваешься, да? Ты типа шутишь, да? Че, наркоман? У меня язык из-за этого крашнулся. Геймпад, плиз. Мне тебя что, опять разбивать? Разбивать, разбирать. Найс. Но у меня же не было синего свечения, правильно? Привет, Егор. Что у нас в парке-то было, я уже не помню. Кто не помнит, что было в парке-то? Да, про мух-то я помню. В магазине я не был. Two of diamonds, the world. Бомбочки. Давайте-ка вот так сделаем. А свечение я же не потеряю, да? По-моему, нет. Трех контейнеров будет достаточно. Таким образом, я не выкидываю свою книжку. Но при этом делаю себе красные сердца. Контейнеры, если быть точным. Кстати, можно повелитель мух стать. Сейчас я вернусь в магазин. Причем было забавно то, что все три предмета мух были на одном этаже. В золотой папка, в секретке две мухи орбитальных.
И в магазине банка. Блин, какая же противная комната. Отмычка. У меня бомб уже много, так что давай отмычку. Хотя и она мне тоже особо не нужна. Так уж свезло, что у меня расходников в этом забеге. Жопой жуй. Монашка. Денег много, поэтому почему бы и не купить? Ролл? Ролла? Да. И у меня мухи наносят просто тонну урона. У меня хп как в челлендже гапе. Такое же количество. Там со старта именно три типа. Три сердца каждого типа. Так, здесь мир, да? Давай телепортнемся. Только для начала я зайду в проклятую. Да, 3 хп по 3 хп. Иллюминати среди нас. Капа. Так, еще больше хп мне не надо. Кстати, 3 восьмерки. Иллюминати. Я бы так хотел сейчас черное сердце потратить. Потому что какая-то комната бесячая. Но свечение у меня пропадет. Конечно, я имею столько хп, что могу просто задамажиться специально и сделать вот так. Вообще, давайте сделаем себе черное. Ой, черное говорю. Да, черное свечение. Хорошая идея. Красные. Бум. Не понял. Где мое красное? Во, во. Seriously? Seriously?
Не, ну тогда лучше синяя. Чтобы скорострельность была. Да ты чё ещё жив-то? Вот живчик попался. Ещё дамагом. Ещё. Горлом, привет. Нужно больше дамаги. Миллион дамага мухам вносит. Да не, всего лишь 3000. Да, пофиг. Тут уже плевать, сколько у меня, какое у меня свечение. Красное или нет. Ну, от синего я буду получать очень хороший прок. На самом деле. Давайте мегастена призовем. Привет. Пока. Привет. А вот ангелов двое. Они не иллюминати. Погодите, я хп в итоге вообще не потерял. Мне все вернули. Офигеть. Я играл в трех измерениях. Это псевдо 3D, я бы сказал. Как бы здесь есть верх-низ, но он тут слабоватый. Где ты там? Ресток. Я не знаю, зачем он мне, но пусть будет. Магазин-то последний. Не считая Хашина, которого я не успею. Тут у нас фигня.
Excel. Excel это не очень. Я полчаса по нему буду бродить. Хотя у меня же ипи как. Уи. Давай откроем. Камушек. Ау. Это еще один тупик. Да. Ух, что эти Excel этажи. Как мечные камни распознать? Ну, на них крест стоит. Один раз найди, запомни, как он выглядит, и потом будет легко. Если я найду, покажу. Бы себя взорвать. Я возьму пони. От нее очень много урона сейчас. Потому что эти лучи как раз таки от моего урона стелятся, а у меня эпика. Сейчас будет магия.
Да, из-за этого полета скорости гораздо больше. Ладно, давайте пони все-таки. Пони, потому что она крутая. 48-hour energy. Хашик. Фигня. Боб. Что-то слабовато как. Сушеный, давай захват цели. Блин, он его опять потерял. Из-за того, что Хаш спрятался. Хаш, твои мухи принадлежат мне. Ты читер. Да, Сет Боба дает сопли из задницы. Верно подмечено. По-моему, я сам об свою я пикак сейчас задамажился. Привет, Нетит. Или кто там? Блин, все здороваются, я не пойму, кто пришел. Короче, привет, кто бы ты ни был. Че, Хаш жирный? Ну, жирный он, жирный, че. Че с ним сделать? Он жирный. Да ё-моё. Чё там такое, мини-босс, что ли? Да. Ау. Тот момент, когда пытаешься пропустить комнату, она умирает. Сама. Случайно. Если Иден сделает 666 стрика. Не знаю. Придет сатана и скажет тебе спасибо.
твою мать. Шоколадный эпикак. Да, карта с вопросом с помощью пустой карты дает ошибку. Что-то у меня дамага исчезла, да? Световое шоу. Джиджи. Победа. Еще один мегастен был запихнут обратно вниз.